Здравствуйте, с вами интернет-канал Максимадзе, и это опять GTA San Andreas. Уже на самом-то деле не так много осталось до конца игры. Буквально вот две серии, скорее всего две серии я постараюсь уложить до окончания третьего сезона. Это и следующее. Так, секунду. Но мне не показалось, я даже не понял, что там было. Леха тут пишет. Так, короче. Потом будет еще четвертый сезон, он будет самый короткий, и он будет точно последний. Немного уже довольно осталось. Ладно, в общем, сегодня мы будем продолжать подготавливаться к ограблению Калигулы. Подготовка к ограблению. В следующей серии уже будем грабить. Во всяком случае, я надеюсь на это. Подготовка у нас идет в этой комнате. Так, я знаю, ты слеп, но ты должен увидеть. Очень остроумно. Ну и каковы шансы? Это будет очень трудно и практически невозможно, да? Послушай, я тебе расскажу об этом, брат. Итак, комната с наличкой на нижнем уровне. Там дофига комнат и тоннель подо всем зданием. Но с доступом на этажи казино в обоих концах здания. А? Система безопасности состоит из скрытого наблюдения, кода доступ там только с помощью кода есть. Нам нужна магнитная карта. Ты что, опять показываешь? Ой, извини, это привычка. Да ничего, не волнуйся. Это хорошая практика. Нам нужна будет команда. Босс, это для СиДжея. О-о-о, ты видел планы? Ничего страшного. Заходи и закрой дверь. Love Fist, нифига. Соли, это группа же из Vice City. Ладно, все клево. Zero прислал специальное устройство для чтения карт безопасности. Теперь нам нужно только раздобыть одну из них. К счастью, в любой охранной системе гарантированно есть одно слабое звено. Человеческое сердце. Да, вот это вот немного, я бы так сказал, сексуальное задание. Я и там обрежу парочку каст-сцен, потому что 0+ же, 0+ же, хотя я там заставку 16+ ставлю все время. Но все же я не хочу это показывать. Там 16+-то я не настаиваю, это хотите, не хотите, я бы сказал. На ваше усмотрение. У крупье есть ключ карты, и она знает код. Следуйте за ней. Еще одна смена закончилась, до завтра. Да. Чуть-чуть ближе подъеду, и она испугается. Вообще обалденно. Терпеть не могу такие задания. Как вы знаете уже, наверное. Так, близко подъезжать нельзя. Но это легче задание, чем то, где нужно будет, где надо было репортера преследовать. То задание из второго сезона, которое нам выдавал офицер Темпени. Там-то вообще, если подойдешь к нему, то у него медленно подниматься начнет и все. Быстро поднимется, точнее не медленно, а быстро поднимется из пугометра и все, мы проиграем. Это будет очень хреново. Да, ДТП случаются тут, я смотрю. В общем-то говорят, что? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Секунду. Пауза, звонок. Так, продолжаем. Ой. Кстати, про Темпени. В прошлой серии мы с вами убили Эдди Пласки.
а который перед этим еще и убил Джимми Эрнандеса. Эй, отвали от меня, мотоциклист. Ну, это два, это они оба были напарниками Тенпенни. Ну, а Тенпенни нам выдал сначала задание, потом, когда мы досье раздобыли, он решил просто, он приказал Пласке просто меня убить. О, вообще. Больше никаких заданий с ним не будет. После такого. Как он задолбал. Этот Тенпенни, блин. Так. Интересно, что ей в этом магазине-то надо? А чё заднее колесо не крутится? Странно вообще. Очень. И моя машина исчезла. Короче, раздобыли мы вот такой уродливый костюм. Что это за белый человек? Еще один белый человек без текстуры. Ой-ой-ой! Твою мать. Короче говоря, засмотрелся на этих людей, у которых нет почему-то текстуры. Может, это я со скинами там поигрался немного. И из-за этого нет текстуры. Засмотрелся и упустил ее. Преследовать ее надо очень долго. Еще дополняет еще то, что она не нарушает правила дорожного движения. И это только и красный сигнал светофора просто сильно задерживает. Когда я перезапустил миссию, почему-то... броня. Кусок броня остался. Хотя я броню-то не тратил. Оху, это что было, блин? Нифига машина как перевернулась нафиг. Это что вообще было? Я обязательно оставлю это в видео. Нифига, это как так было вообще, я не представляю. Так, ну. И дальше что? Ага, убить урода надо. Я помню. Вот этот... с вибратором. Насколько я понял, она легкого поведения, девушка, да. У тебя появилась еще одна подружка. Води ее обедать. И покупай выпить. Да, уже вторая. Первая — это Деннис Робинсон. В твоем гардеробе есть уродливый костюм. В общем, чтобы получить ключ-карту, нужно ее позвать на свидание. Ой. Этот мужик очень похож на Тибон Мендеса. Нужно... К ней можно заезжать с 12 до 16. Хорошо, что у нас есть дом в этом районе. Блин, я не туда еду. Или нет, или... Туда я еду, туда.
куда надо. К себе домой поеду. Одену этот костюм дурацкий. Можно ее звать на свидание, и она тогда полюбит и сама отдаст карту. Ну или можно позвать на свидание и во время свидания ее просто убить. Тогда мы получим от нее карту. Но мне кажется, я хочу быть добрым. Не хочу быть зверем. Лучше отношения сохранить. Блин, осторожно. Можно устроить 4 свидания, куда-нибудь ее сводить. 4 будет достаточно, чтобы получить карту. Ой, это не тот дом. Ну или есть и способ полегче, но по более пошлый способ. Занятие сексом с этим дурацким костюмом. Всего двух раз хватит, чтобы получить ключ-карту. Извините, но этот способ я и использую, потому что он быстрее. Так, давайте-ка поспим. Зеленая дурь мы прошли уже. Так, как раз 12 наступило. Давайте наденем этот дурацкий костюм. Точно дурацкий костюм. Давайте. Где у нас особая одежда? Вот он, этот дурацкий костюм. Блин, прицепилась. Ну и давайте сходим. Prickle Pine. Какой офигенный же у меня дом. Для того, чтобы водить ее на свидание, СиДжею стоит быть подкачанным. Ну, что тут удивляться, девушки сильных любят. Но у меня мышц маловато, у СиДжея в смысле. Ну, самого тоже маловато, но... В принципе, можно ее сводить на свидание, если добыть какую-нибудь шикарную машину. Кабриолет. Вот я знаю только один вариант машины, который ей точно понравится. А вот какой, я, честно говоря, не помню. Я помню, как он выглядит, только дом офицера Темпани. И в какую сторону ехать? Я вообще в тупик заехал. Только на такой можно съездить. Вот видите, которая вот сзади меня. На таком кабриолете можно ее сводить. Даже если мы не подкачаны и так далее. Ладно, где? Так, пропащий, наверное, это. Думаю я. Ну или ангелы смерти, не знаю. Вот к чему приводит извращение, блин. Всего лишь 2 раз хватит, чтобы это сделать. Чтобы ключ, карту добыть. Что случилось, Милли? О, привет, Карл. Просто позвонил, чтобы сказать, что прошлой ночью было просто особо. Ну да, еще бы. Я тут поразмыслил о том небольшом плане, о котором ты мне рассказывал. Не волнуйся, никому, даже своей маме не сказал. Я оставил ключ, карту и код от двери у себя в спальне. О, Милли, ты не пожалеешь об этом. Ни за что ты не пожалеешь об этом. Да, знаю, я ведь Долли. Да, конечно, Милли, непременно увидимся. Еще. Да, тут копы, поэтому машину брать рискованно очень. Хотя тут на стоянках машины есть. Отдайте сюда машину мне. Короче говоря, 2 свиданий хватило, чтобы
Получить карту. Отлично. Давайте зайдем. Это дом у нее такой. Какой же дьявол? Это спальня, одна спальня и все. Офигеть, какой дом. Хотя, скорее всего, это просто мы зашли и была спальня. Ну ладно, не важно. Ладно, ключ добыли. Теперь давайте вернемся обратно в казино в наше. Чик-чик. Взрыв на газ. Здесь, похоже, секретов не удержать. Я подумал, что в комнате таких размеров многих не разместить. Говори громче, тебя даже не слышно отсюда. Я высоко ценю наше внимание, но попросил бы вас свалить отсюда. Что он сказал? Он сказал свалить отсюда. А ты тут что делаешь? Я живу здесь. Ну ладно, можешь оставаться. Круто. Где кофе с пончиками? Короче, я отправляюсь отключать электропитание города. Узи, присмотри за этими дурилами. Итак, слушай, в таком плане, как это важно запомнить. Как этот, важно запомнить, что будет все идти по плану. Да? Офигенно вообще. Да, в аэропорт. А, самолет нужен, чтобы до ГЭС добраться. Ну вообще офигенно. Нужно, короче, заминировать реакторы на станции, чтобы во время ограбления взорвать их и чтобы свет обрубился везде, во всем городе. Что нам еще надо для ограбления? Добыть полицейские байки для бегства. Бронированную машину добыть надо. Ну и, наверное, все. Остается только грабануть казино. Большой самолет ведь. Так. Ну здесь тоже, по-моему, надо через кольцо пролететь. Так, короче, нужно залететь в это кольцо. Я, короче, заново начал. Потому что подумал, что мощности у самолета не хватает взлететь. А, я что-то... А мне что-то, кстати, взлететь-то не получается. Ну, я думаю, получится. Да нет, что-то не получается взлететь. Ну, давай, ну, залети ты в это дурацкое кольцо. Ты что... Ты взлететь выше, что ли, не можешь? Он снижается. Он снижается, только не может никак... Но, блин, почему метка настолько высоко находится? У самолета мощности не хватает выше подняться. Ну, не... Не знаю я, что делать вообще с этим. Не знаю. Не хватает мощности. Не хватает ему... А, вот, хватает, сейчас. Короче, я в прошлый раз не смог вообще сюда взлететь, потому что забыл шасси убрать. Прыгаем. Мне кажется, что мы и так бы смогли бы прыгнуть. Неважно, какая у нас высота. Блин, тут так туманно, что я не вижу вообще ничего. Да, наверное, я рановато парашют раскрыл. Потому что, судя по облакам, нам падать еще долго. А может и нет, кстати. По-моему, нет. Гора, по крайней мере, уже одна есть.
Не забывайте ни в коем случае убирать шасси, иначе вы не сможете высоко взлететь. В Android-версии или в мобильной версии легче, там они автоматически убираются. GTA 4, в GTA 5 их вообще убирать не надо. Может, они там тоже автоматически убираются, но самому точно это делать не надо. Давай, давай, приземляйся быстрее. Немножко совсем осталось, давай. Ух, господи. Приземлились. Отправляйся к краю стены плотины. Тут и охранников целая куча. Надо с ними быть очень осторожным. Осторожными. Наверное, стоит использовать пистолет с глушителем. Да. Зачем обязательно нож? У меня оружие все что ли пропало? Да что вы говорите? В Android-версии нифига у меня оружие не пропадало. Но он меня сейчас увидит. Чую, прям увидит. А может и не увидит. Не увидит. Наконец-то хоть что-то происходит. Да, а вы скучали тут, соскучились, да? Скучно вам не будет, когда вы сдохнете, блин. Да, почему-то у нас отняли все оружие. В мобильной версии ничего у нас никто не отнимал. Здесь очень важна скрытность, да, конечно. Тут очень важна скрытность, только где... А, я все понял, понял. Надо приземлиться. Не очень-то вовремя я что-то подошел сейчас. Так, давайте заложим взрывчатку. Это нужно для нам для того, что... Я уже говорил. Когда будем грабить казино, задетонируем их. Эти взрывчатки, генераторы взорвутся, электричество вырубится. Это нам нужно для казино. Чтобы сигнализация не сработала. Давай, давай, давай. Уходи, охранник, уходи быстрее. Я вот не знаю, как в мобильной версии вот так вот скрытно убивать людей. Я лично у меня ни разу не получилось. Не уверен, что такой режим тут есть. Но я не знаю, что, как его в всяком случае использовать. Там кто-то есть, начните искать. Короче, нельзя бегать, оказывается. Иначе будет вообще все фигово. Ой-ой-ой. Он нас что, не видит? Кто же он свалил-то? Только бы он меня сейчас не заметил. Фух, как повезло. Так, используем еще одну взрывчатку. Ну и так, не выходим никуда. Сваливаем отсюда. Блин, не тот повор, не там я походу вышел. Блин, люк еще и закрыли. Как выбираться отсюда? Он в ловушке, ему никак оттуда не сбежать. Сбегу. Ну, была не была. А они говорят не сбежать, да?
Сейчас возьмем катер этот и свалим отсюда. Авторитет вырос, теперь в банде может быть до 7 человек. Да какая банда? У нас банды-то уже нет. Давно, благодаря Биг Смоку, банда развалилась уже. О, можно взлететь. Взлететь можно, ну-ка. Ну-ка, дайте сюда вертолет. Да выйдет из этого корабля. Ну-ка, я хочу полететь. Подводный вертолет, залезть на него. Точнее, на водный вертолет. Да как, а как в него залезть-то, я что-то не понимаю. Я вообще под водой, по-моему. Я не могу залезть на него, как? Можно, 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 оказывается. А я не смогу взлететь, потому что я толкнул его, и пропеллер теперь не может крутиться. Ой, блин. А я смогу подвинуть его? Смогу, смогу, смогу. И попробуем еще раз взлететь. Взлетай, взлетай скорее, взлетай. Ну все, встретимся в казино. Чик-чик. Ух, наконец-то. Дальше у нас что идет? Полицейские байки, по-моему, дальше идут. Ну, давайте посмотрим в любом случае. Оружие вернулось, слава богу. Полицейские байки, да? Итак, план такой. Все основано на хитрости и обмане. Я постараюсь отвлечь копов нас только насколько возможно. А вы свалитесь зелененьким. А как мафия вывозит наличку из Калигулы? В точку. Респект, мистеру Зиро. Отличная работа, жопалисты, блин. Так, нам нужно угнать бронированный грузовик. И перекрасить его так, чтобы он был похож на один из тех грузовиков. А как насчет полицейских байков? Каждый раз при перевозке наличкой они используют полицейские байки. О, точно. Надо бы раздобыть несколько полицейских развалюх. Бронированный грузовик нужен, да. Бери пакер, выезжай на шоссе Джулис. Я украду мотоциклы и доставлю их тебе. В общем-то говоря, ну давайте поищем байки эти. Надо как можно быстрее, причем надо за 12 минут все успеть сделать. Надеюсь, мы потратим меньше. Прикол, это задание меня бесит. Оно бесит. Оно сложно тем, что когда украдешь типа один байк, дадут две звезды розыска, и убегать от полицейских, особенно на мотоцикле, будет тяжело очень. Будет очень трудно это делать. Так, один из копов там, на другом конце. Это здесь. Эй, йоу, отдайте мне мотоцикл. Нам сразу же дают две звезды. Две звезды — это уже много. Да, хотя и одна звезда. Но одна звезда — это немного. А вот две звезды — это уже довольно сложно будет. Грузовик, на который надо грузить эти байки, находится прямо на шоссе. Где-то вот уже. Вон он. Грузим туда мотоцикл. И идем за следующим. Надо еще три мотоцикла, блин, раздобыть. К сожалению, избавиться от двух звезд простым побегом не выйдет в этом задании. Да блин, они еще и толкают машину, и на это сильно мешает. Лучше в них не стрелять, потому что это только больше звезд розыска добавит.
Если будет уже 3 звезды, это вообще жопа будет. Там уже вертолет появится. Так, с этой стороны поищем пока. Давай, 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 давай. Только, пожалуйста, не перевернись. Все нормально. Прям возле больницы, что ли? Даже не вставай там. Ой-ой-ой, как же они мне мешают. Перегородили дорогу. Неважно, вам меня не остановить ни за что. Да, в реальной жизни от копов еще никто не уходил. А вот мы с вами уйдем. Да блин, еще другие машины мешаются сильно. Вау, прыжок, блин. Блин, да блин, толкаются, толкаются. Я не смогу взять эту машину. Вылазь из машины быстро. Но, блин, толкаются другие машины. Это сильно бесит. Сдурел народ, что вообще. Времени у нас осталось не так уж и много. Но я думаю, на 2 мотоцикла хватит. Хотя у меня один раз, первый раз не хватило. Когда я в первый раз сыграл. Не хватило, не хватило. Да ё-моё, ну... Господи, ну почему их так много, а? Настолько много, что я уже устал от них отрываться. Вот еще одна машина, ну... Блин, что-то полицейские байки, что-то они далеко сильно находятся-то. Еще и ограничение по времени. Зачем нам ограничение по времени? Неужто автовоз не будет вечно ездить по дороге? Неужели обязательно прям надо так спешить? Все остальное у нас 6,5 минут, а полицейские байки еще по-прежнему далеко. И то, что они врезаются в мою машину, это сильно вредит ей. Да блин, ну. Уже на 2 звёздах сложно. Не вставай. Едем скорее нафиг. Ой, главное, будет очень плохо, если нас они арестуют еще. Отстаньте от меня, блин. Ой. Да блин, ну... Только бы они не арестовали бы меня... Да дебил, садись быстрее. Ох, 5 минут. Хватит нам ли нам это на еще один байк или не хватит? Так. Надеюсь, что хватит. Должно хватить, я надеюсь на это. Сложное вообще задание и бесячее к тому же. Да блин, ну...
Так. Остался еще один. Блин, через машину перепрыгнул. Да блин, чё они толкаются все? Чё паника такая у... Почему паника началась такая на улицах? Да блин. Сложное задание, очень сложное. Ну, есть и посложнее. Те, которые я пропустил. Их, я, по-моему, всего два задания пропустил. Летную школу там половину. Летную школу там пропустил два пункта. Тоже можно считать. Блин, давай садись скорее. Садись скорее. Ой, господи, я уже офигеваю от этого задания, бля. Блин, как хорошо, что я не вылетел. В Android я версии для мобилки играл первый раз же в это. И вот только я начал грузить последний байк, уже почти доезжал до этого автовоза. Подъехал полицейский на мотоцикле, начал по мне стрелять, ну и меня, и естественно, взорвал. Надеюсь, в этот раз такого не случится. Так обидно вообще было, блин. Вот осталось всего около 3 минут, и мы должны за это время успеть. И я думаю, мы успеем. Я уверен даже, что мы успеем. Не думаю, а уверен. Да ё-моё. Ну и все. Байки добыли. Все. Ладно, хватит. Позаботься о этих мотоциклах. Нам осталось еще бронированный грузовик достать. Это мы уже в следующей серии сделаем. На сегодня, я думаю, хватит пока. Дайте какую-нибудь машину и свалим отсюда. Ну, вылазь из машины. Дед, бля. Так, дайте-ка проверить. Никаких звонков не будет? Нет, походу. Пока мы не выполним все остальные задания, не будет. В общем, на этом все. С вас лайк, подписывайтесь, с меня эпичные видосы. Следующая серия будет последней в 3-м сезоне. Сезон такой вот, также 8 серий, как и во 2-м сезоне. Все довольно интересно, грабанем казино и закончим на этом 3-й сезон. Останется 4-й. Он будет короткий и последний. Там уже осталось-то немного. Давайте до казино куда едем. Может, там кто-нибудь позвонит. Позвонит. Ехать-то недалеко совсем. Насколько я понимаю. Блин, я тут поднимусь или нет? Не уверен. Давайте поднимемся. Так, в общем,
Как я уже говорил, с вас лайкос, подписывайтесь на меня, эпичный видос. Подписывайтесь на мой второй канал, группу ВКонтакте. Тоже. Ну-ка, не будет звонков? Нет, не будет. Все, всем пока.